Континентальная футбольная лига и 1xBet вручает приз одному из лучших игроков второго игрового дня КФЛ, Валерию Панову, команда «Практика» Санкт-Петербург. Валерий, поздравляю. Спасибо большое. Как ты заслужил вот этот приз? Что вы вчера сделали такого экстраординарного, и в частности ты? Слушайте, да, в принципе, вся команда молодцы. Мы вчера хороший матч сыграли с очень хорошей командой. Вообще уровень турнира очень радует. Мы первый раз выезжаем на такой турнир международный. Вот, и хотел сказать спасибо всем организаторам и всем командам за такой достойный футбол, который мы можем показать, на что мы способны. Вы вчера играли с Набережными Челнами, команда «Профкам». Как тебе соперник? Соперник хороший, боевой, все в лучших традициях футбольных. Вот, такой, как говорится, дисциплина бьет класс, поэтому любую команду могут обыграть. Сейчас они вас немножко в таблице обошли, правильно я понимаю? Не сказал бы, у нас игра в запасе и одинаковое количество очков на данный момент. И сейчас вы будете биться с ЦДК? Да, да. Как думаешь, вот при всей звездности этой команды вам удастся что-то противопоставить ей? Ну, как говорится, в футбол играют не фамилии, а в футбол играют люди, поэтому будем стараться делать все, что в наших силах, все, что возможно, чтобы добиться нужного результата. И я надеюсь, что у нас все получится. Спасибо большое, отправляем тебя разминаться перед игрой. Валерий Панов, спасибо. Практика.